Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресное Евангелие от Марка повествует нам о том, как Господь говорил своим ученикам, что с ним будет. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его. И в третий день воскреснет. Все Господь им говорил для того, чтобы подготовить их к тому, что его, ну и их, конечно, потому что они уже срослись в одну семью, что будет с ними. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Ну, как маленькие дети ставят сначала условия. А вот обещаешь мне сделать, тогда вот скажу. Он сказал им: «Ну, что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они же отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Ну а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того, чтобы пришел, чтобы ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою за искупление многих». Это такие ключевые слова, которые нам необходимо всем усвоить, если мы, вдруг захотим стать христианами. Потому что, не сделав эти слова руководством своей жизни, христианином быть нельзя. Потому что большинство людей свидетельствуют, как сведущий человек приходит в церковь для того, чтобы получить. А христианство, оно совершенно по-другому устроено. Оно устроено так, чтобы кто хочет быть христианином, он все время озабочен тем, как бы дать. Это тоже надо делать с умом, не лишь бы как, никуда попало, но очень, так сказать, вдумчиво и целенаправленно. Поэтому Христос, тогда еще учеников было мало у него, нас здесь гораздо больше, и говорит, что вот между вами так не должно быть. Потому что обычно человек хочет что? Приходит, и ему нужна от Бога помощь какая-то. Господь, конечно, щедр, он готов и помощь оказать, но цель христианской жизни в другом. И вообще, почему вот называется христианство,
христианская жизнь, христиане, потому что в своей жизни хотят подражать Христу. И вот подражание должно заключаться в том, вот он говорит, я же пришел не чтобы мне послужили. Если бы он захотел, чтобы ему послужили, он родился бы не в Вифлеемской пещере, где-то на краю империи, так сказать, под оккупацией римской, а родился бы в семье императора и унаследовал высшую политическую власть, которая была в то время. Но его цель совсем другая. Он пришел послужить. И от каждого крещенного человека Господь ждет того, чтобы он продолжил его дело на земле. Чтобы он постарался послужить этому миру, в который он пришел. Послужить каждому человеку, кто нуждается. Послужить, чем можешь. У самого Спасителя возможностей было много. Он мог сделать так, что человек выздоровеет. А мог вообще, так сказать, даже слепому сделать новые глаза. Мог воскресить мертвого. Он видит, вдова плачет. Мы не можем мертвого воскресить. Но что-то мы тоже можем. Можем утешить, можем дать денег, можем в чем-то кому-то помочь. Более того, мы можем даже для какого-то дела объединиться и как-то о чем-то заботясь, что-то улучшить в нашей жизни. И это должно быть главным делом нашей жизни. Не так вот жизнь должна быть устроена, чтобы вот войти в этот мир и сделать так, чтобы в этом мире все было для меня выгодно, благоприятно и так далее. Наоборот, все то, чем ты обладаешь, этим послужить другому. И повинуясь тому, ну, во-первых, заповеди Божией, которую он заповедал нам, чтобы мы умывали друг другу ноги, но и не только по заповеди, но и по той любви, которую Господь нам даст, если мы будем этим идти путем. Потому что человеческая природа, она извращена. Человек уже рождается таким гордым, противным эгоистом. Ну и потом, благодаря воспитанию такому, ну, можно сказать, отвратительному от Бога, в человеке вот этот эгоизм, он укрепляется. Поэтому человек уже маленький, он все хочет настаивать на своем, делать, что хочу, и взрослых, и старых, и сверстников своих подчинить себе, чтобы все работали на него. И никто бы его не трогал, он бы ни за что не отвечал, и только все вокруг потреблял. Забывая, что даже сам глагол «потреблять», если перевести обратно на славянский, это значит уничтожать. Поэтому современный человек в массе своей, не воспитанный в христианской вере, он уничтожитель всего. Уничтожает природу, уничтожает свою семью, уничтожает своих детей, уничтожает самого себя и уничтожает всех и все вокруг. Потому что замысел-то Божий был какой? Чтобы человек, Адам, не вот этот рай, который Господь ему дал, в котором он жил, чтобы человек распространил по всей земле,
А может быть, вот недавно патриарх такую мысль высказал, что может быть это вообще и на все вообще пространство, и околоземное, а может быть и дальше, если будет к тому возможность. Чтобы вот это такой созидательный труд, он все время распространялся и на всю Вселенную, и на людей, которые должны заполнить все. Потому что первая была заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Вот. А вместо этого люди ссорятся, убивают друг друга, у них все какие-то интересы, друг друга пожирают. И, конечно, счастье это не приносит, если ты сожрал другого. Гораздо лучше, когда ты другому послужил, ему помог, и он рад. И вырос духовно настолько, что способен поблагодарить. Потому что для этого тоже. Те потребители, которые вокруг нас, и они даже не умеют благодарить. Они думают, что это вот все даром на них сыпется, они привыкли к этому. А когда вдруг этот поток как-то даже не исчезает, а просто оскудевает, уже как бы недовольны, впадают в уныние, в такое отчаяние и так далее. Хотя цель жизни как раз служение. Взгляд на человека не такой, чтоб мне с него такого бы поиметь, а наоборот, чем бы я ему мог бы, этому человеку, послужить. Ну, допустим, у него все есть. Ну, замечательно. Но ноги-то я им могу умыть? Могу. Ну, давай, все, снимай носки, ножки в тазик. Сейчас я тебе ножки помою и полотенчиком своим личным, махровым, тебе ножки вытру, чтобы тебе было тепленько и хорошо. Вот. Оказать ему любовь, поухаживать. Не великое дело ноги умыть, а все-таки человеку. Хорошо и приятно он почувствовал, что он кому-то нужен с его ножками, вот, и о нем заботится. Пустяк? Да, совершеннейший пустяк. Но дело же не в величине дела, а дело в участии сердца. Вот что для Бога важно. То, что все наши дела, они сгорят. Все наши дела, они смешны. Просто. Это ха-ха-ха. Это вообще человеческие дела по сравнению с тем, что Бог сотворил. Ну, это просто, ну, я не знаю, сравнить какой-нибудь Байконур с муравейником. Ну, собрали себе сосновые такие иголочки, ну, сделали круглый домик. Ну, там неплохо так все организовано, но это же примитив. Ну, бегают там себе, собирают всякие там листочки, палочки, веточки, там трудятся, потеют. Вот. Пришел человек, ногой наступил, и все. Это просто смешно. А вот то, что изменилось сердце, из эгоизма появилась любовь, вот это важно. А зачем же это важно? А потому что это свидетельство того, что в сердце пребывает благодать Божия. Потому что изменить сердце из эгоистического, такого раздражительного, вечно недовольного, вечно всех осуждающих, вечно ищущих себе каких-то удовольствий, совершенно изменилось. Как оно может измениться? Только благодатью Божией. И вот это свидетельство того, что там в сердце присутствует благодать Божия. И это и есть спасение. Спасение от чего? От греха. Господь этого каждому и хочет. Но так как он добр, он не хочет кого-то заставлять. Хочет жить, так сказать, как злой пес, да живи, Господи. Никто тебе в этом не помешает, пожалуйста, жри всех вокруг, грабь, так сказать, ори на всех, раздражайся. Ну и что? Ну ты проживешь свою жизнь,
и что ты здесь на земле был счастлив, ты что-то добился, на чем-то настоял в своей безумной гордости, но все равно конец у всех один. Ну и куда ты с этим сердцем? К Богу, который есть любовь? Это просто смешно. Ты будешь там с этими же раздражительными, злыми, подлыми псами, какой ты сам и есть. Поэтому каждый человек выбирает то, что ему самому нравится. Если тебе нравится это, пожалуйста. Бог тебе предоставит эту возможность. Для этого и ад существует. Не чтобы человека наказать, а чтобы ему дать атмосферу, в которой он привык, которой ему родная. Но для самого Бога, как отца, для него это неприемлемо. Он хочет, чтобы человек был такой же добр, как и он. Заповедь такую дал. Станьте совершенными, как Отец ваш Небесный совершен есть. Поэтому он говорит, между вами пусть так не будет. Ты давай по правую, ты по левую. Ну что за такое честолюбие? Ну что за гордость? Разве я вас этому учил? А другие возмущаются. Ну чего возмущаете? Вы что, завидуете, что ли? По правую руку у меня один разбойник, распятый. А по другую руку другой разбойник. Вы что хотите, как разбойники быть распяты на кресте? Не знаете, чего просите. Как вот маленький ребенок в безумии своем, он часто не знает, чего просит. Купи мопед, потом на растяжках в Склифосовском лежит. Ну купили, ну покатался 3 часа, ну переломался весь. Ну ты этого хотел, вот твое купи. Тебе же говорили, что это опасно, это не для города. Это, если в деревне живешь, там это еще можно. Но и то под трактор можно попасть, потому что трезвых трактористов у нас в стране что-то не видали никто никогда. Господь не хочет так, Он хочет наоборот, чтобы жили, наполняли землю, относились друг к другу с любовью. Тогда можно жить. А если мы устроим зверинец и закон джунглей, мы, конечно, все погибнем. Да мы уже гибнем, мы уже даже почти погибли. Один ученый в МГУ работает, подсчитал, чтобы сохранить ту численность населения, которая сейчас есть, 140 миллионов человек, до конца этого века, в котором мы живем, 21-м, нужно, чтобы те небольшое количество нормальных семей родили по 8-му ребенку. Только в этом случае численность населения останется на уровне 140 миллионов. По 8-му. А так нет. Все, конец. И стране, и народу, и всем этим достижениям, там Юрий Гагарин. Все это будут изучать потом как бы ученые по тем памятникам, которые сохранились. Потому что вот мы уже уничтожили себя практически. Просто это умирание. Если один человек умирает там, в течение 70-80 лет, то народ умирает там, в течение сотни. Вот он уже все. Он не жизнеспособный. Он больной. Все больные. И на голову в том числе. Вот. Поэтому ситуация очень тяжелая. А причина в чем? А причина вот в этом эгоизме. В желании жить для себя. Желание своего собственного комфорта, нежелание вообще согнуть свою спину и другому ноги помыть. Нет желания. Желание только себе. И в основном это происходит отчасти и от малодетности. Потому что когда ребеночек один, вся энергия любви, ну такая бешеная энергия, потому что славянская мать, она рассчитана Богом, чтобы родить как раз вот этих 8 детей. Так в России было. 7 человек в среднем. Хотя санитарии не было, медицины не было, детей умирало. Третья часть из рожденных. И все равно осталось в среднем по 8. И поэтому было прирост. Выживали самые сильные, и самые крепкие, и самые генетически устойчивые.
А сейчас естественный набор прекратился, и чем хвалятся? А вот ребенок полкило, и вот мы его выхаживаем. Ну, выходили, молодцы. А если из всех рожденных 80% будут по полкило, это что будет за народ? Совсем другая история. Вроде бы достижение. На самом деле, еще как посмотреть. И вот так во всем. Поэтому если человек живет для себя, он уничтожает себя. Если человек живет для другого, все вокруг расцветает. Вроде бы он что-то делает для себя невыгодное. Тратит на другого свое время, энергию, спину гнет, деньги дает. На самом деле это оказывается выгодно. От этого только все расцветает. Поэтому пока была у нас христианская страна, Господь и нам прибавлял от Балтики до Тихого океана. О, сколько землищ. Почему? Ну, он видел, из всех европейских народов самые плодовитые русские. Ну, где им жить? Нате вам Сибирь, нате вам Дальний Восток, нате вам Америку, ведь то побережье было русское. Нет, не надо, продали там за 3 рубля. Ну, пожалуйста, не надо, и этого хватит. Опять, и во что превратилось? Во что превратилось? Пьянь и пустота, и заросшие поля, которые обрабатывались сотнями лет. Все, все из эгоизма, все из-за гордости. Вот мы лучшие, мы первые, мы там это. Мы... Все у нас самое лучшее, все самое у нас прекрасное. Все у нас легендарное. Любая бездарность, она у нас сразу легендарная. Что, вот куда ни ткни. Вот у нас самая легендарная лыжная палка, вот у нас самый легендарный актер, который ни одной роли не сыграл, только в эпизодах. И все равно он легендарный. Вот что ни смотри, все легендарное, все мы такие прям замечательные, как молодежь говорит теперь, крутые. Ну и что? Легендарные. Уже почти все умерли. Все, конец, приехали. Вот Господь не только заботился о нашем духовном состоянии, но это отражается на всей нашей материальной жизни. Потому что без того, чтобы любить друг друга, совершенно невозможно вообще даже физически выжить. И поэтому вот во втором Евангелии от Луки, который мы сегодня читали ради памяти Марии Египетской, говорится, что как один из фарисеев просил вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, и принесла алавастровый сосуд с миром. Говорит Евангелист Лука, женщина-грешница. Ну, представим себе, 2000 лет назад, какую женщину могли назвать грешницей? Чем она таким вообще занималась? Совершенно очевидно. И вот принесла лавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Так тронули ее слова Спасителя, что вот вся ее душа содрогнулась от собственного греха. И она поняла, что вот от этого человека пришло к ней спасение. И она взяла самое драгоценное, что у нее было, раз она была такая греховодница, то, конечно, всякие благовония, чтобы дурно не пахнуть, у нее было в достаточном количестве. И вот это драгоценное мира, потому что стоило это дороже золота и драгоценных камней. Потому что если от тебя дурно пахнет, сколько на себя бриллиантов не навешивай,
то никакого успеха не получишь. И вот, и она вот это все излила на его ноги и отирала своими волосами. Видит фарисей, пригласившего, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, почему он сказал? А потому что он был пророк. Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому больше простил. Он сказал, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. Видите, опять про ноги. А тогда это был вообще обычай гостеприимства. Ну, фарисей решил, и так хватит, что он позвал его поесть. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот любовь, она как раз имеет возможность человека преобразить. Можно с уверенностью сказать, что она к прошлой жизни уже не вернулась. Почему? Потому что, может, в такой искаженной форме, но она искала этой любви и нашла в нем, в Сыне Божьем, и увидела, и почувствовала. А фарисей нет, несмотря на то, что он рассудительный и интересующийся человек. Вот в дом он пригласил, конечно, не просто, чтобы поделиться обедом, но хотел послушать, что он скажет, учитель, как он называет, что может быть что-то, мудрости какой-то приобрести. Но самого главного он не почувствовал, а она сумела. Поэтому Бог готов открыться любому человеку, даже самому последнему грешнику. Если Господь видит в нем возможность и способность к любви. Если же нет любви, остаются одни только холодные формы фарисейства, какие-то правила, там это можно, это нельзя, но в этом нет никакого смысла. Нету смысла в электрической схеме, если по ней не бежит ток. Сейчас остается мертвым. И вот когда вот этот божественный ток любви течет в жилах души человека, когда есть жалость, когда есть сострадание, когда есть желание помочь, когда есть охота преодолеть свою лень, эгоизм ради пользы другого. Вот в этом только есть смысл. Это есть христианство. Если мы это сумеем усвоить в какой-то, ну, доступной нам форме, то, значит, мы станем христианами. Если нет, так и умрем фарисеями. Что, конечно, очень печально, потому что Господь не для того нам веру дал, чтобы мы умерли фарисеями, а чтобы она нас спасла, как ту грешную женщину. Аминь. Благословение Господне на вас, такой благодати, человека любим, всегда непрестанно и во веки веков.